Какой объем воды можно нагреть от 20 градусов Цельсия до температуры кипения за счет тепла, полученного при сжигании 0,5 литра керосина? Считай, что все количество теплоты, выделившееся при сгорании керосина, идет на нагревание воды. Для начала запишем данные. Т1 равняется 20 градусов Цельсия. Т кипятка 100 градусов Цельсия. Объем керосина пол-литра. Сразу переведем систему Си. Это 5 на 10 в минус 4 метров в кубе. Ку керосина 46 на 10 6 джоуль на килограмм. Удельная теплоемкость воды С воды 4200 джоуль на килограмм градус Цельсия. Плотность керосина, ро керосина 800 килограмм на метр. Найти объем воды. В воды неизвестно. Так как у нас нет обмена с окружающей средой, мы можем записать, что Q отданное равняется Q полученное. А дает у нас керосин. Q отданное равняется Q керосина на массу керосина. Нам неизвестна масса керосина. Следовательно, мы можем записать, что масса керосина равняется плотность керосина, умноженная на объем керосина. Подставим ее. Получается Q отданное равняется Q керосина, плотность керосина на объем керосина. Q полученное. Получает у нас вода. С воды, масса воды на изменение температуры. Т кипятка минус Т1. Масса также неизвестна. Масса воды можно записать как плотность воды на объем воды. Подставим массу. В результате получается У полученное равняется С воды, плотность воды на объем воды на изменение температуры. Т кипятка минус Т1. Приравняем К отданное к У полученное. Тогда у нас получается С воды, плотность воды, объем воды на изменение температуры Т кипятка минус Т1 равняется Q керосина, плотность керосина на объем керосина. Выразим отсюда объем воды. В воды равняется Q керосина, плотность керосина на объем керосина, деленное на С воды, плотность воды на изменение температуры Т кипятка минус Т1. Подставив сюда значение, найдем результат. В результате получается объем воды равен 55 тысячных метров в кубе. Переведем в литры. Получается 55 литров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большой палец вверх.